самой идеи молодежного парламента утверждают, ни в одной цивилизованной стране мира нет и не может быть молодежного парламента. В Европе и Америке молодые люди просто хорошо учатся на юристов и экономистов, чтобы при случае попасть в политику. А учиться политике, учиться разрабатывать и принимать законы в юном возрасте – это бред. Это мнение критиков. Что вы можете ответить людям, которые так считают? Вопрос, конечно, интересный. Я пока что с международной практикой молодежных парламентов не успел ознакомиться, честно скажу, сильно загружен. Но могу ответить так, что в России есть, опять же, тенденция политической, можно сказать, импотенции у молодежи. Молодежь не заинтересована политикой, она считает это чем-то сложным, далеким. И тем местом, где им никогда не дадут развиваться. То есть придут другие, заберут, отберут. То есть ничего они не смогут выполнить из своих целей. Это одна из задач как раз молодежных парламентов, программы по Российской Федерации. Молодежный парламент, также есть молодежное правительство, которое активно взаимодействует. Допустим, молодежный парламент Красноярского края вообще формирует кадровый резерв для правительства Красноярского края. Я считаю, что это вполне эффективная система, потому что именно молодежь должна проходить рекрутирование элит. У нас в Хакасии, буквально можно сказать честно, произошли изменения серьезные, коренные, после избрания Валентина Олеговича. То есть в дальнейшем, возможно, будет проводиться политика как раз по рекрутированию элит. И молодежный парламент должен предоставить именно наших ребят, наши кадры для дальнейшего продвижения по политической карьере.